Хочу приготовить печеночные блинчики. Для этого мне понадобится 0,5 кг свиной печени, 1 сырое яйцо, 2 луковицы, 2 моркови, 5 зубков чеснока, 3 столовых ложки муки и специи. У меня это черный, красный перец, паприка и соль по вкусу. Первым делом печенку я нарезаю средними ломтиками, отправляю на дуршлаг и хорошо промываю в теплой воде. Затем пропускаю на мясорубку. Дальше через мясорубку я пропускаю лук, морковь, добавляю яйцо, муку, специи по вкусу и хорошо все перемешиваю. Вот такая масса по густоте должна получиться. Дальше на разогретую сковородку я наливаю растительное масло, выкладываю блинчики и жарю на маленьком огне с двух сторон до готовности. Вот такие пышные печеночные блинчики у меня получились.